Вот анекдот для разрядки. Спорят наших двое с украинцем. Говорит, ну что у вас, независимость, да? Ну а что у вас есть как независимость? У нас герб, флаг, гимн. Еще что? Язык. Ну что язык? Как у вас голова будет? Голова. Как будет живот? Живот. Как у вас будет жопа? Срака. И что, за одно слово вам и герб, и гимн, и флаг, что ли? Поэтому все жители Украины имели право переходить в российское гражданство, и вот эти все их желания вернуться в Россию абсолютно законные, потому что создание Украины это не было органическое государство. Донбасс Ленин им дал территории, Сталин дал и Хрущев. А остальные были у Польши. Если уж брать, что, вот, как говорится, ладно, что-то дадим Украине, это Киев, там, Житомир, Винница, Полтава. А Запорожье? Это уже Россия. Угу. Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Чернигов и Сумы, это Россия. Угу. Русские князья с севера ехали, вот Чернигов образовали. Ведь Украина только зазвучала только в конце 19 века и в Первую мировую войну.